В преддверии празднования 90-летнего юбилея города Рассказово на здании городской администрации разместили баннер, который показывает, как изменился наш город за 90 лет. Уже сегодня на здании администрации начались работы по подготовке. Огромный баннер разделен на две части. С одной стороны, изображение старого города, где еще нет многоэтажек, и дом Асеева стоит в первоначальном виде постройки. На другой половине те же места и здания, но только в современном изображении. То есть на одной картинке показано преображение старого города в новый.